Здравствуйте! Сегодня мы познакомим вас с лайнером премиум-класса круизной компании Celebrity Cruises. Celebrity Silhouette относится к классу Solstice, что говорит о его новейшем оснащении. Является братом-близнецом Celebrity Eclipse, спущена в воду в июле 2011 года. В длину составляет 324 метра. 13 пассажирских палуб вмещают в себя 2886 человек-пассажиров и 1500 человек-членов экипажа. Отличительная черта лайнера – это корма в виде утиного хвостика, что придает судну особый вид. Celebrity Silhouette представляет из себя настоящий шикарный отель с эксклюзивным обслуживанием и многообразием услуг. Убедимся в этом! Добро пожаловать на борт! Дизайн лайнера неповторим. Здесь все очень продумано. Когда вы окажетесь на борту, вы сразу почувствуете элегантную, теплую и уютную атмосферу. Каждый уголок оформлен с тонким вкусом. По всему кораблю висят картины, стоят различные скульптуры, камины, живые цветы и деревья. Все это очень сочетается с современным стилем корабля. Четвертый лайнер класса Solstice обладает эксклюзивными для Celebrity характеристиками. На его верхней палубе находится знаменитый клуб на лужайке. Это настоящий газон размерами превышающий 8 теннисных кортов. Здесь атмосфера загородного клуба. Можно играть в гольф, полежать в гамаке, посидеть на травке или просто прогуляться по палубе. Рядом находится ресторан-гриль, где вы можете насладиться бургерами и другими блюдами на гриле, любуясь пейзажами за бортом. Приятного аппетита! На лайнере Celebrity Silhouette множество ресторанов с превосходной кухней на любой вкус. Основной двухъярусный ресторан Grand Cove Dining Room, обладающий поистине голливудской атмосферой. Этот ресторан готов предложить своим гостям классическую мировую и континентальную кухню, дополненную высоким обслуживанием европейского класса. Заказ еды по меню. Столики рассчитаны от 2 до 8 человек. Ocean View Cafe – шведский стол, открытый практически 24 часа в сутки. Предлагает всевозможные закуски, блюда итальянской, азиатской, европейской кухонь, фрукты и выпечку, десерты. Напитки, представленные в зоне шведского стола из кулеров на борту, бесплатны. 4 альтернативных платных ресторана с фирменными блюдами – Мурана, Куазин, Тоскан Гриль и Блю. Французская Мурана вас будет окружать оригинальное венецианское стекло в сочетании с современной европейской кухней и великолепной картой вин. А в модернистском Куазине вам предложат широкий выбор экзотических блюд со всего мира. Это уникальный неповторимый ресторан. Кстати, первый ресторан с видом на море, предлагающий интерактивное меню на iPad. Тоскан Гриль – ресторан итальянской кухни, дизайнером которого также выступил современный американский архитектор Адам Тихони. Ресторан Blue, работающий только для пассажиров кают Aqua-класс. В многочисленных барах вас ожидают приятные напитки и изысканная атмосфера. В мартини-бар вы будете приятно удивлены необычным оформлением. Ледяная барная стойка сделана из настоящего льда. Яркой особенностью Celebrity Silhouette является винный погреб Cellar Masters. Его дизайн действительно впечатляет. Погрузитесь в мир вин и поучаствуйте в дегустации. Клуб Мишель – копия английского закрытого клуба с неповторимой атмосферой и изысканными интерьерами. Сэндвичи, салаты, легкие закуски, десерты. Все это вы найдете в ресторане Bistro on Five. Кафе Альбажа – итальянская кофейня с широким выбором кофе, выпечки и мороженого. На борту каждый сможет найти себе развлечение. Кого-то заинтересует шоппинг-центр, где представлены широкоизвестные бренды модной одежды и аксессуаров. Для любителей азартных игр идеально подойдет казино «Фортуна», оформленное в стиле известного на весь мир казино в Монте-Карло. Идеальное место для танца всю ночь напролет – ночной клуб «Квазар» с зажигательными ритмами, цветомузыки и света. Для любителей почитать на борту имеется двухэтажная библиотека, в которой представлена коллекция книг на разных языках мира. Вечером обязательно посетите роскошно оформленный трехуровневый театр, всемирно известный бродвейскими шоу. Если вы привыкли всегда быть на связи и оповещать своих друзей и родных о своем местонахождении, к вашим услугам круглосуточное интернет-кафе. Компания Celebrity и на этом круизном судне не забыла о детях.
Детский центр Fun Factory и X-Club с игровой комнатой предназначены для детей от 3 до 17 лет, которые будут находиться под наблюдением профессиональных педагогов. Здесь детям предложат множество игр и развлекательных мероприятий. На борту есть укромное место – Hideaway, где вы можете расслабиться, отдохнуть, бесплатно выпить чашечку чая или кофе. Поддерживать себя в форме во время круиза несложно. На 12-й палубе находится прекрасно оборудованный зал для занятия фитнесом и множеством тренажеров. Доступ бесплатный. Обязательно возьмите с собой спортивную одежду, услуги тренера за дополнительную плату. Рядом с залом салон «Акваспа» с профессиональными мастерами красоты. Парикмахеры, косметологи, массажисты, мастера педикюра, маникюра и спа-процедур позаботятся о том, чтобы до конца путешествия вас не покидало ощущение пребывания на хорошем курорте. До и после приятнейших процедур предлагается на выбор – отдохнуть в разбитом прямо на территории спа-центра Персидском саду или в специальном панорамном зале с видом на море. Для тех, кто хочет освежиться и позагорать, на той же 12-й палубе имеются несколько бассейнов и джакузи. Два находящихся рядом – один для взрослых, второй для деток, помельче, под открытым небом, и крытый, спокойный и безмятежный в соляриуме при спа, где можно искупаться и при плохой погоде. Дождь и холод не помешают. Рядом с соляриумом располагается спа-кафе, предлагающий только здоровую пищу. У открытых бассейнов в барах Pool MS Bar вы всегда сможете выпить напитки. Все каюты на корабле максимально комфортные. В каждой есть две кровати, конвертируемые в одну большую, ночной столик, телевизор, сейф, платный мини-бар, халаты. Достаточно просторная ванная комната, декорированная светлым деревом, а не белым пластиком, как на классе стандарт. На корабле всего 10% внутренних кают, по площади составляют до 17 квадратных метров. Внешние каюты с окном по метражу такие же, как и внутренние. Единственное дополнение – это обзорное окно. Большую часть корабля занимают каюты с балконами и сьюты. Стандартные каюты с балконом, каюты консьерж и акваклас, метражом 23 квадратных метра, включая балкон, различаются между собой расположением на палубах и дополнительными услугами. Каюта Family, как и стандартный балкон, но уже по площади до 58 квадратных метров, с двумя спальнями, максимальная вместимость 5 человек. Сьюты площадью от 35 квадратных метров до 80 квадратных метров. И двухкомнатный пентхаус с собственным джакузи и лежаками на балконе, площадью 156 квадратных метров. Чао, чао, до свидания. Лайнер очень большой и очень красивый. Отличное обслуживание, дружественный персонал, хорошая еда. На шведском столе нет очередей, многообразие развлечений. Я в восторге от верхней палубы. Отдых на Celebrity Silhouette не оставит вас равнодушными.